Бабка была тут, что вернее, и возраст мне не поможет. Ничего из меня не выйдет. Так снисхождение показывает мне великое. И в этом смысле вот некоторое такое чувство, ну как бы, вот такой застылости, видимо, вот, господина Бродского, комитет. Перед вот этой барышней, значит, она может здесь отражена. Значит, давайте посмотрим кино. Ну, как вы понимаете, значит, что здесь картина тоже не случайно, потому что она была дочерью художника. Училась она у художника тоже, поскольку владела, значит, там, она работала в разных местах, что тоже очень сильно образовывает, в том числе в морге, поэтому у него довольно такой добрый день. Добрый день. Поскольку когда работаешь в морге, понимаешь, что это другой жизни, да, и это как-то очень древнее, так сказать, да? Это значит, что он здесь в морге работал. И в этом смысле вот работа в морге, она создает другое впечатление о том, что такое наша жизнь, да, и некоторые ее компоненты. В этом смысле моя дочь на биофаке училась, и я очень переживал, когда она попадет в экономический театр. Она была такая хрупкая, тоненькая, там еще кто-то. Вот, и я помню, как она сказала папу, вот там на следующей неделе, когда она вернулась, я на нее смотрел, у нее какой-то вот блеск был такой странный в глазах. Я так осторожно, значит, ее спрашиваю, Маша, добрый день, ну и как вот эти покойнички? Я говорю, папа, они такие красивые. Вы помните пророка? Да. Ну, давайте начнем. Да, конечно. Волны жажды утомим. Волны жажды утомим, пустыни мрачные облачи. Слежись и крылья серафим, перестали чувствовать. Как зенит коснулся он, да? Дальше начинается там ушей, да? Потом еще что-то. Почти весь набор есть, да? В этом смысле это то, что называется вот в музыке посвящение там Баху. Берется мелодия, там Баху звонит, да? В этом смысле это Пушкин-Бродский, да? На тему Пушкина складывается стихотворение. Но если там пророк от имени Бога, так сказать, да, будет поэта, то здесь женщина будет мужчине человек. Для этого мироздания, да? Вот шар потом он кружится, да?